Доброго дня, шановні глядачі. Я рада вітати вас в ефірі телеканалу Миколаїв. В ефірі програма «Розмова на тему». Сьогодні у нас в студії пані Ірина Годим, книговидавець. Я рада вітати вас, пані Ірино, в нашій студії. Добрий день. Я теж рада бути в гостях у своїх друзів. Ну і сподіваюся, що наші зрителі раді цій зустрічі. Сьогодні тема нашої зустрічі сумна і світла водночас. На початку року, у січні, в житті Миколаєва сталася відчутна і гірка втрата. Пішов із життя видатний журналіст, письменник Борис Лазаревич Аров. На жаль, ми попрощалися з ним, але сьогодні я пропоную поговорити про те, в чому він продовжується, в чому продовжується його життя, це його книги, це його статті, нариси. І я знаю, що у вас є матеріал, який готується до друку. Да, ми підготовили вместе з ним книгу «Мелодії нашої судьби» о Миколаєві і миколаївцях. И, как всегда, Борис Лазаревич в этой книге не писал о себе лично, практически очень мало, хотя он прожил замечательную жизнь, в мае ему бы исполнилось 97 лет. Это потрясающий подвиг человеческой жизни. И Борис Лазаревич известен тем, что он публиковался не только в «Южной правде», которой он отдал огромное количество лет, он работал в ней еще до войны. С 37-го года 37, даже немножко раньше. Это с 37-го года «Южная правда» существует как «Южная правда», а у нее были еще другие названия, и он публиковался еще раньше. Но настолько он был многогранный, что он печатался в юности, у него были напечатаны материалы в «Огоньке», в «Молодежной эстраде», в «Украине», в журнале «Спорт», «Мистецтво» и «Музыка Украины». Представляете, какой огромный диапазон от спорта до музыки, и какое нужно было иметь глубину знаний, чтобы такие ведущие журналы бывшего Советского Союза брали работы журналиста. Ему, кстати, очень много раз предлагали переехать и жить в столице, и даже в Москве. И он был аккредитован как международный журналист, спортивный журналист на олимпиадах, на международных соревнованиях мирового уровня, европейского. Его знали практически все, кто интересуется спортивной журналистикой, как одного из самых известных журналистов спортивной журналистики. Но вот для меня, когда я стала изучать больше его жизнь, было большим открытием, хотя я знала о том, что он очень хорошо разбирается в музыке, в искусстве, литературе, поэзии, о том, что он публиковался в таких известных музыкальных изданиях, вот это для меня было большое открытие, потому что для этого требуются профессиональные, очень широкие знания. Тут и знания, и высокий уровень внутренней культуры, и профессионализм, фаховість, тобто все на найвищем уровне. Конечно. Читачі, які стежать за, взагалі за літературою, яка видається у Миколаєві, яка присвячена Миколаєву, добре знають книгу Бориса Лазаревича «Акварелі рідного міста». Це, ну, на мій погляд, можливо, я помиляюся, виправте мене, чи не найвідоміша його праця? Ну, это, да, одна из самых известных его работ. Но до Хоча этого... не едина. Не едина, да. До этого была книга «Дорогие мои земляки», и вот не так давно, это было, по-моему, 5 лет назад, мы с ним подготовили книгу «Чуткие струны» Марка Лисянского. Я много работаю с разными авторами, и фактически книга была подготовлена им, и там практически он не хотел даже о себе и полстраницы написать. Это такая была преданность другу, он хранил, были, друзья, хранил каждую строку и экономил каждую строку, чтобы посвятить ее своему близкому другу и отдать ему дань чести, вот, дать ему
отдать ему вот эту, вернуть его имя Николаевцам, потому что очень многие знают его как поэта, автора песен, гимна Москвы, но очень мало николаевцев читали и знают Марка Лисянского как прозаика. И вот в книге «Чуткие струны» Марка Лисянского там прозаическая проза, она такая николаевская, она такая солнечная, как вот ракушняк, из которого был построен этот город изначально. Она просто пропитана таким солнцем. И Борису Лазаревичу Арову удалось это передать, это было просто невероятно. Вы знаете, в его коллекции наград есть такая замечательная награда Ассоциации спортивной журналистики, которая называется имени Игоря Заседы «За честь и достоинство в журналистике». И вот совсем недавно в Фейсбуке, переписываясь с журналистами, был такой задан вопрос молодыми журналистами, современными, начитанными, грамотными, умными: а кто такой Аров вообще, и почему мы должны о нем говорить и вспоминать? На ваш погляд, це про що говорить? Про те, що сьогодні низький рівень взагалі культури загальної у багатьох інтернет-журналістів, які так себе називають? Ні. Этот журналіст, він сам відповів на свій вопрос. Другая журналістика, ага, інтересує другі теми. И с его точки зрения Аров устарел. Но честь и достоинство... Хиба может вони застарить? Они не могут. Любовь к городу, уважение к людям. Да, сейчас не пишет никто фельетонов. Сейчас никто не пишет больших аналитических умных текстов в газетах. Сейчас пишут короткие информашки, и, в принципе, это тоже большой труд найти информацию, правильно ее вкусно подать, это другая журналистика. Но у этого человека современным журналистам есть чему учиться. И даже школа, вот эта книга, мало кто из молоди с ним был знакомый. И эта книга для многих журналистов будет открытием, потому что умение не только собирать информацию, а коммуницировать... Умение уважать людей – это самый дорогой навык, который в журналистике очень высоко сейчас будет оплачиваться. И вот это понимание о том, что дорого стоит, не только добыча дешевой информации. Еще справді важливо. Это очень нужно людям. Умение выстраивать коммуникативные, уважительные отношения с твоим собеседником, он является твоим соавтором. И вот эта коммуникативность, которую владел в совершенстве Борис Лазаревич, чувство юмора, такт, беспримерное такое вот уважение, знание, глубокие, глубинные, с ним было о чем говорить. Представьте себе человека в 97 лет, с которым очень весело, азартно и здорово сотрудничать, интересно работать. Когда я звонила Борису Лазаревичу Арову, я у него, когда спрашивала, как у вас дела, он отвечал мне: мы держим оборону. Понимаете, человек прошел всю войну, он ее прошел пешком и закончил ее на Дальнем Востоке. Он вернулся одним из последних в свой родной город, потому что ему пришлось еще воевать не только на Украинском фронте, но и на Дальневосточном. И, до речі, дуже любив згадувати, коли місто було вже звільнене, як у нього була зупинка в його підрозділу, і як він хотів зустрітися з рідними, і все ж таки йому це вдалося. Коли він йшов у відрядження, власне, їхав далі, він не зміг зупинитися у місті, хоча воно вже було звільнене. Да, і от... Це така з одних, одна з улюблених таких була тем для розповіді. Да. А ще одна замечательна тема, яку він дуже любив, це партизанська іскра. Це да. Подвиг ребят, які погибли в годы Великої Отечественної війни на Николаївщині. Він посвятив цьому замечательну п'єсу, яка мала великий успіх. Вона була поставлена в музыкальном украинском академическом драматическом театре. Эта пьеса много лет шла, с большим аншлагом.
Вот. И в этой книге будет эта пьеса. Потому что, наверное, ну, мы ее специально поставили, потому что другого шанса. Відновити її, да. Я думаю, що ті, хто будуть изучати історію війни, вона теж буде їм цікава. По крайней мере, для ребят в школах, наверное, лучше нет возможности сделать пьесу в школе на современном, на вот этом николаевском материале, на очень важном и нужном. Это тоже как бы продолжение его жизни. Вы знаете, последние годы, последние вот несколько лет Борис Лазаревич уже был тяжело болен. Он сломал шейку бедра. Люди после такой травмы через месяц многие уходят из жизни. Большинство людей. Зажающий на похилый век все ж таки. Да. И возраст, оперировать его уже было нельзя, но больше 2 лет это прошло. Он вставал каждый день, он делал зарядку. Он делал все для того, чтобы подняться. Он поднялся, он сел и он писал. Можете представить вот этот жизненный подвиг, который преодолевал каждый день человек. Он с улыбкой встречал каждого гостя. Он разговаривал и звонил, он предварял звонок к себе, потому что люди в суете забывают позвонить, поздравить с праздниками. Он звонил на 9 мая, он обзванивал всех. И тех, кто должны были его поздравить, он их поздравлял с праздником. И для него это было в порядке вещей, обратная связь, общаться с людьми. Я мало встречала людей с таким жизненным запалом, с такой силой духа, как Борис Лазаревич. Для меня этот человек пример. Он никогда не жаловался, никогда. Он никогда не суетился и не заставлял никого думать о том, что у него где-то может болеть или где-то что-то будет не так. И еще он прожил очень красивую, замечательную любовь. Это правда, так. Это, наверное, одно из самых великолепных качеств, на которые можно только равняться. С той трепетностью и с той любовью к твоей женщине, к своей любимой родной жене, с которой он жил и до последнего дня относился к Фаине Натановне, с таким чутким уважением, привязанностью, любовью, что очень мало в жизни я встречала таких потрясающих примеров. Не випадково я бачу, що фотографія, спільний портрет Бориса Лазаревича і Фаїни Натанівни будуть включені у книгу, яка сьогодні готується до виходу, правда? І буде стихотворення, яке він посвятив своїй жені. Це останнє, прости. А Фаїна Натанівна всього на 2 роки моложе Бориса Лазаревича. Вона і зараз виглядає потрясающе красивой, потому что ее жизнь дуже была тендітна, дуже такая вот жінка-квітка, согрета большой любовью. И она отдает, она не только получала эту любовь, она отдавала и отдает большую любовь и к нему, и к своим ученикам, которые очень знаменитые люди, которые рассеяны по всему земному шару, и в Америке, и в Париже, и в Германии, и в Израиле. И эти люди обязательно на ее день рождения ей звонят, приезжают к ней, с ней встречаются, переписываются. Много ли вы знаете учителей, с которыми так общаются их ученики? Это вот большой-большой пример жизненного. Вот ви знаєте, я любви. Впевнена, що за кожною книгою, якщо не за кожним рядком, теж стоїть оця любов і ця підтримка тендітної, маленької, але такої сильної і так само розумної і висококультурної дружини, яка в усьому підтримувала Бориса Лазаревича. Ну, звісно, вона перший читатель. Так. Вона перший советчик, вона перший очень тонкий слушатель. И вот этот тандем жизненный, он настолько украсил все, что сделано было ими обоими, что я
вы знаете, это большая честь знать такую семью, знать таких людей и иметь возможность с ними сотрудничать. Пані Ірино, ще хотілося б кілька слів поговорити про, власне, книгу, яка готується до виходу. На щастя, ви встигли зустрітися з Борисом Лазаревичем, щоб внести остаточні правки. Розкажіть про цю книгу. Ви говорили якось про те, що це був би найкраща шана пам'яті Бориса Лазаревича зараз видати цю книгу. Ну, я завжди вважаю, что для любого писателя выход его книги после его ухода является самым лучшим памятником. Лучше любой доски, которая может разбиться и упасть. Лучше любого памятника, над которым время властно. Вот то, что написано пером, оно остается с нами. И пока, говорят не зря, пока мы этого человека помним, он жив. И лучшее подтверждение этому, конечно, будет выход этой книги. Пересказывать ее нет смысла, рассказывать о содержании, ну, я могу, конечно. Просто какие-то основные моменты, потому что все одно ми розуміємо, що була конкретна книга присвячена Марку Лисянському, була конкретна книга присвячена Партизанський інститут, п'єса, так? Тут ви сказали, що п'єса буде включена, можливо, якісь основні розділи ви озвучите? О, їх так багато. Ну, давайте так. Вони освобождали Україну. Невидуманные легенды о людях, которые... То есть история Великой Вітчизняної війни буде чимало присвячена. П'єса «Партизанська іскра», о которой мы уже поговорили. Про Крымку мы тоже рассказали. Дорогие наши старики, это о ветеранах, которые еще живы. Штрихи к портретам. Это разведчик Левченко. Письма, опаленные войной. Штурман воздушных атак. Вот это вот, как семилетний Коля танкиста спас. Как и стал контр-адмиралом. Тобто такі історії про людей, власне, які і складали історію війни. Потім здесь такой є розділ «Дорожите кожним днем». Это и о кораблестроителях, под парусами оптимизма, о Немирове и Терновском, семья архитекторов, об известных музыкантах николаевских, легендарной учительнице математики, немножко о Марке Лисянском, он не мог потому не что ставить это наиблизший это. Друг, да, был, да. Действительно. Олимпийские игры, Ольга Харлан, шаги в атаку чемпионы, потом полвека под парусами, жемчужина парусного спорта. В каждом деле нужно оседлать коня о нашей школе конного спорта. День города, целый раздел, посвященный памяти Чайки. Виктор Макушин. Ну, различные интересные фрагменты, факты. Звезды Черноморья будут нам сиять. Капітани возвращаються. Тобто тут і війна, і любов до рідного краю, і любов до людей, які його оточували. Больші, інтересні есе, які зв'язані іменно з містом, з його історією, з його сучасною історією, післявоєнною, довоєнною. І все, що, мабуть, так дорого було Борису Лазаревичу. Коли ми можемо чекати на вихід цієї книги? Чи відбудеться це найближчим часом? Ми будемо торопитися. От зараз у мене просто вже гранки, поправлені коректором. Це перша читка. Ми закінчуємо читати, править. Бориса Лазаревича Арова 7 января ця книга була полностью выверена, согласована каждая фотография, каждая к ней подпись. Теперь осталась техническая работа корректорская. И в дальнейшем мы будем
Нас обещал поддержать и, в принципе, уже поддерживает Николаевский фонд 2000 благодаря Владимиру Юрьевичу Пучкову. Нас поддержал в издании этой книги Михаил Давыдович Гольденберг. Но все равно нам немножко денег не хватает. Хотелось бы, чтобы эта книга имела твердый переплет. И в ближайшие 2 недели я буду, конечно, стучаться, обращаться к николаевцам, которые могут нам помочь для того, чтобы эта книга вышла в достойном обрамлении. Хотелось бы, чтобы она была в твердом переплете. Мы будем стараться к 40 дням, чтобы эта книга уже увидела свет. И поэтому предпримем все шаги для того, чтобы можно было бы найти недостающие средства. И, кстати, осталось не так много. Ну, будем надеяться, что мы их в ближайшее время сможем найти. А если кто-то пожелает отозваться, мы будем очень рады. И будем ждать от вас отклика. И огромное спасибо телеканалу «Николаев» за вот эту вот поддержку, за помощь в преддверии выхода этой книги, что вы дали нам возможность о ней рассказать и рассказать о Борисе Лазаревиче Арове как о человеке чести и достоинства. Ми маємо ще декілька хвилин для того, щоб завершити нашу бесіду. Все ж таки, ну, велика людина, видатна людина. І, ну, сказати можна насправді багато. От зараз, пригадуючи зустрічі, тому що, ну, мені пощастило зустрічатися із Борисом Лазаревичем. Сподіваюсь, що змогла у нього чомусь навчитися, але принаймні ці зустрічі, вони давали такий світлий поштовх до розвитку, світлий поштовх до роздумів завжди. От, важко навіть визначити, любов до рідного краю, любов до своїх друзів, любов до своєї професії, все це було на одному рівні. Але дуже цікаво завжди було з ним говорити саме про його друзів, про видатних миколаївців, Микола Вінграновський, Марк Лісянський, Еміль Январьов. Ці постаті, крім Марка Лісянського, ще хтось знайдуть відображення у книзі? Звісно. Ви знаєте, я всю, ну, всю пересказувати, ну, було б, давайте оставим, да, інтригу немножко. Ну, от мені було б інтересно, как вы, вот молодой журналист, достаточно, ну, по сравнению со мной, достаточно уже компетентный, как вы оцениваете вот необходимость вот такого примера журналистики, вот этой книги? Как вы думаете, насколько она для журналистов, будет ли она интересна для горожан, журналистов? Я впевнена, що для кожного, хто вважає себе фахівцем або хоче стати справжнім фахівцем, це необхідний досвід прочитати цю книгу «Акварель рідного міста», тому що, ну, це один із зірцев, як на мене, таких літературних творів, що відображують високий фаховий рівень і публіцистики, і журналістики. І, звичайно, це важливо. І якщо не в творах це відображувати, то в чому? Звичайно, такі книги потрібні. І наша з вами зустріч цьому підтвердження, як на мене. Спасибо большое, потому що на самом деле для мене этот ответ был очень важен. Очень нужен. Почему? Потому что после вот заданных вопросов, перепалки в Фейсбуке, у меня всегда возникает внутренний такой посыл. А кому я адресую эту книгу? Кому? Кому она нужна? И я надеюсь, на самом деле, на вопрос «Зачем?» в сегодняшней передаче мы смогли ответить. А вот вы правильно сказали, что все встречи, которые были у вас с Борисом Лазаревичем Аровым, ну и у меня тоже, были пронизаны большой любовью. У человека или есть способность любить, или ее отсутствует вообще. Это невозможно, этому невозможно научиться, это невозможно притянуть за уши. Это невозможно сделать вид, что ты кого-то любишь или что-то любишь. И это как творчество. Оно или дано человеку, это как дар Божий, или нет. Или ты умеешь рисовать, или играть на каком-то инструменте.
можешь писать или не можешь. И точно так же, можешь ты любить, даровал ли тебе Господь Бог это наивысшая частичку себя, способность любить или нет. Вот Бориса Лазаревича Арау можно этому. І цієї любові стільки, що він радо завжди ділився зі своїми читачами, зі своїми друзями, з усіма, з ким він спілкувався. І сьогодні продовжує ділитися з нами своєю мудрістю і любов'ю вже у своїх творах. Я дякую вам, пані Ірино, за таку зустріч. Хоча і, як я сказала на початку, це і сумний привід, але цей сум, він світлий, тому що ми говоримо про світлу людину і про її світлу мудрість. Сподіваюся, наступного разу ми зустрінемося вже з приводу виходу книги в світ і поговоримо, власне, більше про саму книгу і про ту реакцію, яку ви отримаєте від читачів. Дякую і до зустрічі. Я прощаюся з вами, шановні глядачі. Дякую за те, що ви були з нами протягом цієї програми. Залишайтеся з нами і надалі. Ми завжди працюємо з вами і для вас. На все добре. Дякую.